рамках проекта «Безопасные дороги» одинцовские единороссы контролируют реконструкцию важного объекта муниципалитета – эстакады в районе станции «Отрадная». Работы стартовали в июле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт выделено более 375 миллионов рублей. До конца 2022 года планируется отремонтировать 240 метров проезжей части и 500 метров тротуара, установить 250 метров нового разделительного бетонного ограждения и заменить опорные части. В следующем году будут проведены восстановительные работы по балкам пролетного строения и опорам на площади более 14 тысяч квадратных метров. Полностью реконструкция эстакады должна завершиться в третьем квартале 2023 года.